Причем я Юле вчера об этом тоже сказала. Я говорю, классная у него команда. Я говорю, что на вручение он вообще был один. Ни одного человека из его команды не было. Знаешь, что Юля сказала? Ну, у него просто все регионы работают, поэтому. Я говорю, ага, конечно. Так же, как у Марика, когда он приходил получать машину, и просто у него никого просто не было. Не, ну у Марика там человека 2-3, что-то такое было, и то. Это белозеровские. Прикинь, а у этого вообще никого, у него просто регионы. Да-да, конечно, вешайте мне лапшу на уши. Я прям так сразу и сказала, я говорю, Юля, я не верю. Я говорю, я не верю в то, что ты говоришь. Я говорю, я знаю, как он добился, причем он сам это рассказывал, блин. Это смешно. Я реально просто ржу, из всех дураков делают. Ну ладно, те, кто не в курсе Нелли, окей. Но я-то в курсе, как все это, ну, делается. Поэтому... Да вообще, такой бред. Ну вот... Это палево, короче, его сразу видно. Когда люди получают машину, они не просто сидят, расписываются за нее. Это просто показуха какая-то. Потому что когда действительно люди закрывают ДС и получают машину, они там прыгают, их поздравляют, это шары, цветы. Это потому что такая работа проделана колоссальная. А когда вот это вот, все понятно, блин, смешно смотреть даже. Он будет говорить, что типа вот это просто в НЛ не верит, поэтому так говорят. Да при чем тут НЛ? Ну как бы в НЛ. В НЛ-то уже много кто верит, но просто, блин, вот это реально прям показуха жесткая. Юля мне еще говорит, вот он типа все время со мной на связи, он мне типа каждый день пишет, кучу вопросов, он включился. Я говорю, как человек, который закрыл ДС, даже маркетинг-планы не знает? Ну не обязательно знать маркетинг-план, достаточно типа знать, что нужно 3 звезды. Я говорю, да он, блин, я говорю, он ересь несет, он чушь несет, он не знает бизнеса с НЛ. Я говорю, как он закрыл ДС? Ну, смешно. Короче, вот что бы я ни говорила, все. Ну, короче, все типа не так. Типа вот этот Сагамонов, который ДС под ним ДС. Что типа он ждал, пока контракт сгорит, заново зарегался. Ага. Почему команды с ним нет? Потому что он у него все в регионах. Почему он в маркетинг-плане не мыслит? Ну, типа, короче, это вообще даже не нужно мыслить в маркетинг. Ну, короче, я смеюсь просто. Что он бабки платил, кого-то там переподписал, платил бабки, чтобы их не переносили. Ну, короче, там просто такие мутки жесткие. Алян, слушай, просто даже одна фраза Юлина. Он включился. Зай, как может человек в квалификации ДС включиться? Да это просто... Блин, а я не пойму смысл. Вот я не пойму смысл. Руководство, вот, ну, как бы вот это поощрять. Я не понимаю смысл этого. Типа, что у него подписчиков много, да, они все ржут над ним. Я не понимаю, зачем за него стоять горой? Вот зачем Юля его защищает? К чему это вообще? То есть одни усираются, знаешь, закрывают ДС, да? Ну, там, или там другие квалификации. Я просто знаю, что это такое. Что это за работа должна быть проделана, да? И Рен знает, и ты знаешь, и я. И глядя вот на такие вот истории, как с гусем, я... Ну, реально обидно, реально просто... Да, да, это подходящее слово, просто обидно. С какого хрена вообще? Какого хрена? Это сильно просто. Чему он будет своих людей учить, вот это вот я даже не знаю и даже понять не могу. Ну, пусть будет так, ну что поделать. Кому-то все легко достается, кому-то нет. Но понимаешь, в чем дело, что если он все это потеряет, да, то он не сможет это сам восстановить, потому что он не знает, как. Он не знает, как он это сделал. А я знаю, как я это сделала, я смогу это сделать. Вот в чем разница. Они его специально, мне кажется, на тачку подсадили, потому что понимают, что, ну, когда тачка, все. То есть он никуда не денется, никуда не уйдет, он 100% будет работать, потому что это кредит, да? Ему же не хочется самому платить этот кредит, значит, он будет работать. Значит, придется сидеть, изучать, разбираться. Ну, я так это понимаю, не знаю. Алян, я придумала. Давай, Юля, ты помнишь, я с Гусевым в WhatsApp разговаривала?
Ну я там, Антона, какая у вас там эта квалификация? Давай, Юля, отошлем голосовые, которые он мне слал. Помнишь, как он тупил там 9000 PV, вот эту всякую херню? Вот пусть, вот просто интересно, что бы она сказала на вот этот его гон на человека в квалификации ДС. Там просто, я иногда просто даже это, перед, ну вот я в Гага Сторис отсылала, помнишь, Вантик в его. И когда переслушивала эти сообщения, которые он мне слал, там такая херобуда, блин, просто кошмар. Причем вот про этого, да, который Сагамонов, который ДС под ним закрыл, ну это смешно просто. А он такой, вот, типа, просто ему повезло, что у него появился такой, типа, вот как Сагамонов, что вот, типа, ну, он самостоятельный, типа, сам ДС закрыл. Да, блин. Мало того, что, типа, он ДС, еще и под ним ДС, типа, он вырастил ДСа. Я ржу просто. Причем, короче, этот, мою фотку добавила, где мы вчетвером, где Романец, она меня попросила еще ее уменьшить. И говорит, ну, ты, типа, мне сделай меньше, а то опять все будут говорить, что я беременная. Причем, и, короче, я сделала ее меньше, прикинь, уменьшила, ну, раза в два, наверное. И все равно пишут, Вика, ты что, беременна? Ну, типа, что за наряд, что за прикинь, что такая большая?